подвальном помещении помещения мероприятий по дезинфекции будут выполнены по окончании просушки подвала. А подвал он здесь никогда не просыхает. Эту бумажную войну с коммунальщиками житель дома номер 40 по улице Пушкина Сергей Башлаков ведет уже несколько лет. Его квартира на первом этаже, все неприятности в подвале фактически приходят и к нему. Сырость, запах нечистот, мошкара. Воевать с этим в кабинетах он уже устал и готов идти в суд. Везде одни отписки. Живем несколько лет. Вот мошки летают, канализация вот течет. Вот посмотрите сами. Снимите, поглядите, что здесь творится. И везде только одни отписки идут. Это официальный ответ управляющей компании. Цитирую. «Инженерные коммуникации на доме находятся в технически исправном состоянии. Верить этому или нет, решайте сами. Но вот мне кажется, что одной откачкой воды здесь явно не обойтись». На бездействие управляющей компании жалобы поступают и от других жителей дома. Они даже объединились в некую инициативную группу. У нас вот домофон практически день и ночь, летом, зимой и осенью все время открыт. Если дверь закрыть, там потеплеет, войти невозможно от этих мошек. И стоит запах. А что будет зимой? Зимой, наверное, не знаю, будем этих мошек ловить зимой. Не знаю, здесь затопит все полностью, наверное. 4 года назад этот дом капитально отремонтировали. Раскрасили фасад, залатали крышу и улучшили. Про канализацию, получается, забыли или не захотели вспоминать. Вот лично я спрашивала, нам сказали, это не наши, это делает другая организация. Мы не включили план капитального ремонта. Это будет... Какой год, главное, какой, а? Год, какой год, это сказали, вот будет-то? 22-й? Это я не знаю, в каком году, но это сумма может будет сойти. На 22-й год. Подвал будут делать. 24. Нет, это ждать... 24-й, не, ну и что? Вот мы дождемся этого? Ну, то не точно, а вот именно что. Вот именно, это же, такой. Ну пусть помоложе кто есть, а кто постарше. В управляющей компании «Городская роща-1» нас сегодня попросили не сгущать краски. Дескать, локальный ремонт канализации они делают часто, ситуация под контролем, а в засорах труб жители виноваты сами. Я считаю, что эта причина в основном общегородская. Тут сталкивается несколько, скажем так, подразделений. До этого стояла наружная система водоотведения в зоне ответственности МП «Водоканал». После ее прочистки была забита внутренняя система водоотведения, была вызвана аварийно-ремонтная служба города Рязани на ее прочистки, на ее прочистку. После ее прочистки были проведены силами управляющей компании ремонтные работы по замене участка лежака системы водоотведения около 6 метров. Нашему телеканалу руководитель управляющей компании заявил, что полная замена канализации – это зона ответственности фонда капитального ремонта. О локальной проблеме в воде в подвале здесь, естественно, не знают, но теперь будет возможность приехать на Пушкина 40 еще раз. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».